Хочешь жить полной грудью, то лучше ничего не знать. Этот вариант, этот вариант, этот вариант. Это слово, это запятая. Все. Художник, для того, чтобы быть художником, нужно соблюдать два правила. Всего лишь два правила. Первое правило – будь аккуратен. Второе правило – заканчивай свою работу. Для поэта то же самое. То же самое. Вот это вот понятие аккуратности, это аккуратная, это мысль аккуратная прежде всего. Понимаешь? Что ж тебе прочесть? Поменяй себя на солнце, на бриллиант в 500 карат. Как б не был дорог клад, все останешься не рад. Как и тут, и там поспеть, быть блатным и в церкви петь. Торопливость к опозданию, утонченность к извращению, поиск не приблизит цели, клятва не ведет к прощению. Чтоб пути не извратить, здесь, сейчас, с собою быть. Путник вечный всей душою бороздит по дорогам, не ведущим в храм с названием любви. Он в пути себя теряет, он к любви лучом во тьму, в грезах душу пеленает, молит и зовет мечту. Он все выше в поднебесье и все дальше от любви. Он не ведает, не знает, поиском нельзя найти, лишь в тебе. Любовь сокрыта, ты себя в любовь впусти, и найдешь в себе раскрытый храм с названием. Конечно, если тебе повезло в жизни, и ты встретил учителя, учителя есть, нет учеников. Вот в чем юмор. Учителя есть. Нет учеников. Учитель готов. Ни ученик не приходит. А искать ученика смешно. Просто смешно. Где суть помножена на ложь, там сердцу не унять тоски. И оправдание, и кутеж. Две стороны одной руки ребром подставлены под дождь. И неестественен раздел, и невозможно сохранение. Любой истолик бытия нетронутый, оставленный сомнением всегда двоякого, единственного «я». Я нашел фотографию этой девушки, которую я не знаю, в журнале просто. Потом этот лист, который я вырвал из журнала, долгое время лежал и иногда меня тревожил, даже когда я его не видел. Вот я тебе рассказываю о начале работы. Такая работа могла быть сделана так, другая иначе. Я подскажу раз-раз, и все сделано. А это я... И потом... Я опять вытащил этот лист. Я даже записал себе где-то, и причем это было первым номером, сделать эту работу. Но я ее очень долго не делал. Где-то прошло, я думаю, полгода, месяца, 8. Вызревала, 9, да, идея? 9 месяцев прошло. Она вызрела. Да. И я ее сделал. Причем я не знал, какой она будет. Сначала была одна фотография, потом было две фотографии, потом 4 фотографии. Потом я их собрал все вместе, потом я их наклеил на основу.
И о чем вы думаете сейчас, когда на нее смотрите? Видно, что это произведение искусства. Видно. Здесь очень много необычного. Посмотри, во-первых, это симметрия. Это гармония. Это синоним слова гармония, симметрия. Она симметричная работа. Это очень тяжело сделать. Это крайне тяжело. Здесь это было не тяжело в этой технике. А вообще, у меня нет симметричных работ. Вообще симметричные – это черное что. То есть для вас это прорыв? Начало нового какого-то цикла. Да. Это уж точно. Потому что в своем Б-чарте я так и двигаюсь. То живопись, то скульптура, то инсталляции, то поэзия. Теперь будет еще и эта фотография. Это точно. Насчет вкуса я тебе могу сказать, что это главная сердцевина, стволовая сердцевина художника – это вкус. И вот здесь происходит кое-что специальное, потому что вкус сразу не появляется, как не появляется сразу интеллигентность. Это очень важно. Вкус – это точно такое же понятие. Оно понятие генетическое. Оно не от образования, не от научения. Для меня, например, превалирование интеллектуального начала над красочным или изобразительным слоем неприемлемо. Для меня я хотел бы уравнять все это. Поэтому, когда я давал концептуальную основу этой вещи, то я действительно назвал ее фиат. Потому что это дает ту рефлексию, которую необходимо вносить художнику. Рефлекс, свое преломление. Вот я повесил эту штучку, которую она опять-таки... Все это куплено на Староконке, понимаешь? Провожают день вчерашний, да. Бой часов на, да, старой башне, и звонят колокола. Вы знаете, я себя здесь ощущаю, как в храме. В храме искусства. А в храме положено что? Медитировать. Медитировать. Если вы разрешите, я немножко здесь и помедитирую. Можно? Хорошо, я приду за тобой завтра в 6 утра. Да, вот спасибо. Здесь. А я присяду, можно на ваше присядь, место? Да, присядь. Делай, что хочешь. Но помни, что главное в медитации – это отсутствие медитации. Спасибо, я поздравляю.